Актриса, значит, красотка? Не всегда. В случае Серафимы Бирман, скорее наоборот. И в этом была ее неповторимость. Хотя сама Серафима Германовна мечтала, чтобы ей бросали вслед восхищенные взгляды будут, но восхищаться ее талантом, не внешностью. Одним из первых, кто отметил талант, был сарукский помещик Константин Федорович Казимир. В его имении в селе Чернолевка был устроен любительский театр. Одной из актрис была местная врач, а второй ее юная сестра Сима Бирман. Меценатствовавший Казимир оплатил год ее обучения в Московской театральной школе. Одновременно она поступает на историко-филологический факультет высших женских курсов ГИРЕ. Это было несложно, так как гимназию, Кишиневскую гимназию Бирман окончила с золотой медалью. Второй факультет приходится выбрать, чтобы скрыть от семьи факт лицедейства. В те времена это было едва ли не грехом и позором. В театральной школе царила творческая экзальтация. Ученицы пробирались в раздевалку, где целовали подкладку пальто знаменитых артистов. Ну, практически помешательство. Идолом Бирман был Станиславский. Она с трудом попала в возглавляемый им Московский художественный театр. За нее поручился артист Качалов. Хотя любители легенд рассказывают другую историю, якобы имевшую место быть. При отборе в труппу МХТ Серафиме Германовне дали задание сыграть этюд «Соблазнение». Это диссонировало с природными данными Бирман. Высокая, нескладная, худая, с носом крупного орла. Ну а партнером вызвался быть сам Станиславский. И вдруг актриса оживилась. Подол юбки начал скользить вверх. Она прижалась плечом к режиссеру, заглянула ему в глаза и улыбнулась соответствующей роли улыбкой. Константин Сергеевич возопил редко произносимое им: «Верю, верю, только остановитесь». Взамен он получил одну из самых преданных актрис. Требовательную к себе, дотошную, трудолюбивую, одержимую театром. Мастерство ей далось не сразу, успех пришел со временем. И тут на тебе появилась соперница Фаина Георгиевна Раневская. Их постоянно сравнивали, что ранила Бирман. Но у каждой все же была своя ниша. Раневская брала сарказмом, Бирман гротеском. Ее лучшая роль в кино – Ефросинья Старицкая в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Незабываемая старуха, как засечка в памяти. Да! Это я на себя беру. Иногда ей отдавали предпочтение Анне Раневской. Говорят, в ее метрике было написано не еврейка, а молдаванка. По матери абсолютная правда. Родительницу звали Елена Ивановна Батиза, да и отец был крещеный штабс-капитан Герман Михайлович. А свою главную победу над Раневской Серафима Германовна одержала в спектакле «Дядюшкин сон». На него пришел американский драматург Артур Миллер. Его вердикт: Раневская замечательная актриса, но это дважды 2-4. А то, что делает миссис Бирман, вообще-то мисс, это дважды 2-5. Так вот сказал американец. В жизни Серафимы Бирман был еще МХАТ, театр профсоюзов, Ленком. Театр был ее творческой, общественной и личной жизнью. Она все отдала ему. О характере Бирман чаще говорят нелицеприятное, но талант отрицать никто не осмеливается. А я вам скажу так, плохие люди мультфильмы не озвучивают, а Серафима Германовна это делала. И еще погиб юный мангуст. Взгляни, вот он лежит, бедняжка. Нет, нет, у меня и так разбито сердце. И потом я всегда говорила, когда родители не заботятся о воспитании детей, дети тонут в луже.